9 сентября в Мордовии пройдут дополнительные выборы в Государственное собрание, в Саранский совет депутатов и представительные органы местного самоуправления. По уставу партии «Единая Россия» все кандидаты от регионального отделения обязаны пройти через специальную процедуру. Прежде чем выдвинуть кандидата в депутаты от партии, партия советуется с избирателями, причем не только с членами партии, но и беспартийными, сторонниками партии. И в том числе очень интересно, что и участвовать в нашем предварительном голосовании, хотя оно называется партийное предварительное голосование, участвовать тоже могут как члены партии, так и сторонники и беспартийные люди. На предстоящих дополнительных выборах на депутатский мандат Государственного собрания претендуют 3 человека – Александр Петров, Илья Орлов и Владимир Руженков. Правда, политический опыт у них кардинально разный. Я был депутатом первого, созыв Государственного собрания есть. И определенный опыт, и то, что удалось мне получить и на том этапе, и работая в исполнительной власти, и последние годы работая, возглавляя агрохолдинг, все это позволит более качественно, более эффективно работать над принятием каких-то нормативных актов, и самое главное, их надо реализовывать на месте. На место в Саранском городском совете депутатов претендуют 3 человека. Партию «Единая Россия» желают представлять Яна Имайкина, Сергей Киреев и Роксана Максиняева. Им, как и желающим попасть в госсобрание, придется участвовать еще в дебатах 22 мая и, возможно, победить во внутрипартийном предварительном голосовании. Евгений Волков, Александр Данилов. Наши новости.